Одессу не жалко. Недавно отреставрированный мост Коцебу на улице Бунина изуродовали вандалы. Памятник архитектуры сейчас больше похож на стену для граффити. Хоть и отремонтировали достопримечательность относительно недавно, всего 2 года назад, состояние моста плачевное. В начале декабря в мэрии решили покрасить памятник и обработать его антивандальным покрытием, чтобы проще было стирать уличное творчество. Но этого по непонятным причинам так и не сделали. Нарина Щеглова все видела своими глазами. Вот как горожане берегут памятники архитектуры. Вот так сейчас выглядит мост Коцебу, который отреставрировали в 2017 году. Вандалы списали все перила, фонарные столбы, а также стены. Местами облупилась краска. Наверху разрисовали, а здесь было разрисовано, здесь уже все позакрашивали. Тут все было разрисовано, тут все я закрашиваю. Это не только ночью, они и днем тоже разрисовывают. Не боятся ничего. Молодежи надо давать площадь для самореализации. К сожалению, в нашем городе такого мало происходит, когда людям дают возможность выразить свое творчество. Конечно, это надо замазывать. Возмущена. Это наша молодежь, которая не ценит ни чужой труд, ни свой, ничей вообще. Мост Коцебу был признан аварийным в 2011 году. Через 5 лет рабочие приступили к основному этапу капитального ремонта. В 2017 все же удалось его закончить, но через пару месяцев появились первые граффити.